взрослый человек. Я тебе сейчас лоб пробью. У него есть работа. Но для меня это правда, это дело всей моей жизни. У него есть цель. Компанию не закрыли? Нет, еще ползаем. Что если ты? Он приходит с работы уставший. Ему нужно спокойствие. Че, постригся, как идиот? Да как всегда. Вы не совпадаете. Голодный к уме, хлеб на уме. Бабы с волосами. Хватит.